Здравствуйте, вы на канале с Ольгой на шестисотках. Я свои помидоры всегда сажаю под наклоном. Во-первых, в более глубоких слоях земля еще не прогрела, так холодно, и корни не будут работать. Наверху земля быстрее прогревается, и помидор быстрее начинает расти. И плюс появляется дополнительная корневая система. Она дает хороший рост, хороший стимул, а следовательно и высокую урожайность моих кустиков помидор. Но очень часто я спорила, права я или правы они. Я не знаю, это надо проверить. Но я такого не замечала, что помидоры, посаженные лежа или с углублением, начинают наращивать корневую систему. А рост надземной части прекращается, и поэтому они зацветают на 2 недели позже, и, соответственно, плодоносные созревают тоже позже. Вот я хочу это проверить. Я вот посадила 2 сорта помидор, но я хочу целый ряд посадить с заглублением и целый ряд без заглубления, чтобы было более наглядно, потому что все-таки 2 пары помидор – это чисто, может быть, и случайность. То есть вот у меня этот посажен с заглублением, но вертикально, следующий полулежа, естественно, с заглублением, и вот здесь, где стоит этикеточка, посажен без заглубления, и такой же сорт посажен с заглублением. И я посмотрю, как они зацветут одинаково и не одинаково. Еще раз повторю, я сделаю весь ряд помидор, один с заглублением, другой нет. И вот еще хочу вам показать, вот этот кустик я посадила неделю назад. Вот сейчас его просто ради эксперимента вынула. Он был посажен лежа. Вот посмотрите, вот начала расти новая корневая система из горшочка. Вот начали расти корни в саму почву. На стволе никаких корней нет. Я думаю, они появятся гораздо позже. И совершенно не будет это все сказываться на цветении и, естественно, на созревании. То есть растут корни, которые вот они есть. И поскольку где-то горшочек закопан на глубине 15 сантиметров, которая теплая, которая сейчас прогревается, корни быстро начали расти. Так что следите за этим экспериментом, и мы с вами посмотрим, все-таки стоит заглублять помидоры или нет. И миф или реальность утверждения то, что дополнительные корни задерживают цветение. До встречи на моем канале с Ольгой на шестисотках.